Средняя школа номер 4 – самая многочисленная в Десногорске. Учебный год здесь начался для более чем 800 учеников. 84 из них – первоклассники. Им только предстоит длинный путь по дороге знаний. А вот ученики 11 класса понимают, что этот учебный год будет для них решающим. Нужно с самого начала готовиться хорошо к экзаменам, думать о поступлении. Учиться, желательно хорошо учиться. Ну и последний год надо готовиться к экзаменам. В 11 классе нужно серьезно настроиться на экзамены в конце года и хорошо их сдать. Педагогов, учеников и их родителей с Днем знаний поздравил и глава Десногорска Андрей Шубин. Этот год для нас особенный, юбилейный. Совсем скоро будем отмечать 45-летие Десногорска. Сегодня, в этот торжественный день, десятки первоклассников услышат свой первый школьный звонок. Уроки, разнообразные кружки, конкурсы и олимпиады – все это ждет школьников впереди. И первый звонок – как символ старта в новый учебный год. Олег Соловьев, Андрей Прохоров, Александр Ерофеев, Десна ТВ.